рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подмет так стопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, раки, крики, крупня. Бегут белогвардейцы, сватав порточки, чистая публика и солдатня. Забыли приличия, бросили моду, кто без юбки, кто без носков. Бьет мужчина там в морду, солдат-полковника сбивает с носков. Бегут! Погружался последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт из штаба опустевшего, вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Франкель в черной черкеске. Город бросили на малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола, и над белым тленом, как от пули падающий, на оба колена упал главнокомандующий. Целовавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, грести, грести.